Воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в год семьи решили порадовать памятными подарками молодых родителей и только-только появившихся на свет малышей. В родильное отделение ребята принесли коробку с интересными ромашками. Мы в этом году со своими ребятами сделали ромашки символические, которые символизируют как раз праздник любви, семьи и верности, приуроченный к 8 июля. Эти ромашки будут подарены в семьи новорожденных с самыми теплыми, наилучшими лучшими пожеланиями. На каждой ромашке в цветах российского флага добрые пожелания тем малышам, которые только-только пришли в этот большой мир. Акция навсегда оставит в памяти молодых мам напоминание о том, что именно в год семьи у них появился замечательный малыш. Женщины нас уйдут на позитиве, да? Откроют дома эти конвертики и будут смотреть, какие дети сделали пожелания и, ну, может, будут их и выполнять, стараться выполнить их. Акцию назвали символично «Дети детям, добро пожаловать в семью». Ромашки от ребят, которые сами, увы, воспитываются не в семьях, начнут вручать молодым мамочкам с 8 июля. Именно в этот день в России отмечается один из самых замечательных праздников – День семьи, любви и верности.